обнаружен рак. Розенбаума срочно прооперировали. Александр Розенбаум перенес операцию по удалению опухоли. Портал газета.ру сообщает со ссылкой на агентство городских новостей Москва, что российского барда Александра Розенбаума прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Петра Герцена. По данным издания, у 67-летнего артиста обнаружили рак. У Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно, пояснил источник в медицинских кругах. Слухи о заболевании Розенбаума появились в июле прошлого года. Тогда народный артист СССР Иосиф Кобзон в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что у его коллеги выявили онкологию. Позднее сам Розенбаум опроверг сообщение о диагностированном у него раке, подчеркнув, что прекрасно себя чувствует. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ник, о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу-тьфу-тьфу, написал он у себя в Инстаграме.